Во вторник в Министерстве строительства и ЖКХ прошла встреча, на которую был приглашен губернатор Ивановской области. На совещании обсуждали вопросы по решению проблем дольщиков группы компаний СУ-155. В ходе заседания членами рабочих групп был поставлен ряд задач. В самые кратчайшие сроки Минстрой отправит на согласование график по достройке 13 многоквартирных домов в нашем регионе. Кроме того, планируется повышение ликвидности СУ-155 за счет имеющегося у компании имущества. В целом, на то, чтобы наконец достроить недострой, требуется порядка 2,5 миллиардов рублей. Мы понимаем, что деньги, которые будут выручены от продажи имущества, принадлежащей группе компании СУ-155, будет, скорее всего, недостаточно для того, чтобы достроить все объекты. И мы надеемся, что банк «Санатор» направит сумму, необходимую нам на достройку объектов по Ивановской ДСК в полном объеме. А задача с реализацией имущественного комплекса будет решаться параллельно.